Так легко не бежалось еще никогда. Ноги отрываются от земли высоко, и кажется, что бегут сами. И все, что тебе остается, это крутить головой по сторонам и наблюдать за окружающей тебя вселенной. Но даже не это самое лучшее. Самое лучшее — это мои мысли. Они вырываются наружу и ласкают с собой немногих людей. Думаю о бабушке, которой уже нет, о дедушке, которая еще есть, о друзьях, о маме и, конечно же, о ней. Чувствую благодарность к своему возрасту, в котором уже не хочется заниматься мелочами. Понимаю, как сильно люблю машину, дорогу, по которой еду домой, город, в котором она проложена, и кусочки воздуха, что живут в нем. Эйфория растеклась и полностью овладела мной. Что-то случилось. Некое волнение оседлало меня и отравляет сознание каким-то неразрешенным вопросом. Я никак не могу понять, что же это за вопрос. Кроссовки делают за меня мою работу и несут меня обратно. Тонкие мысли пулеметной очередью проносились в голове, и я успел запомнить одну. Все просто. Жизнь — это дар. И если в ней есть молодая женщина, за которую ты осмелился взять ответственность и улыбка матери, то она уже только поэтому не может быть плохой. И вот уже конец тропы. Я вижу его, я мчусь по ней, ведь именно сейчас, именно в этот момент я вдруг точно понял, что это был за вопрос. То ли это кроссовки системы амортизации Nike Zoom так хороши, то ли это просто моя жизнь. Прекрасно.